Заболеваемость стремительно растет, но не отменяет житейских проблем красногорцев, в решении которых необходима помощь администрации. Поэтому традиционный прием жителей главой округа, хоть и в режиме онлайн, но состоялся. На повестке дня в основном жилищные вопросы, связанные с переселением из ветхих домов и улучшением условий. Дмитрий Волков пообещал рассмотреть каждый. Я поручение дам, мы проработаем. Для этого пришли, для этого здесь я. Давайте посмотрим, хорошо? Договорились? Ряд обращений был связан с жилищно-коммунальными услугами, их качеством и стоимостью. Так, на связь с главой вышел Тарас Гашко, представляющий интересы жителей Изумрудных холмов, по мнению которых управляющая компания «Эталон» выставляет неоправданно крупные счета. Если вот платежка в том году у нас была 5500, 6500, то сейчас они приходят 11-12 тысяч на двухкомнатную квартиру. На трехкомнатную квартиру приходит 15 тысяч. Нам подняли тарифы почти в два раза. И граждане Красногорска и Московской области не могут тянуть такие тарифы. Пытаясь с эталоном как-то урегулировать этот вопрос, мы не слышим понимания. Это длится уже где-то около 4-5 месяцев. По словам Дмитрия Волкова, вопрос взят в работу. Разобраться с тарифами должно помочь экономическое управление администрации. Также будет рассмотрена возможность передачи дела в суд.